прямо сейчас проходит учение в торгово-развлекательном комплексе People's Park, связанное с трагедией в Кемерово. Я только что ездила на работу на Мигрике и видела, как здесь стояла целая толпа вот таких ребят в зеленом МЧС. На работе пока посидели с коллегами, ля-ля тополя. Сейчас я шла домой, и машины только приехали. Ну, на мой взгляд, это очень долго. Не знаю, как это оценят. Я очень соболезную родителям и родственникам людей, чьи дети и близкие пострадали 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Это большая трагедия для всей России. И я надеюсь, такого больше никогда не произойдет, и наши власти будут более внимательно относиться к безопасности своих граждан.